Омскую транспортную систему могут усовершенствовать до банкротства всех муниципальных пассажирских предприятий. За полную отмену субсидирования проезда проголосовали депутаты Омского городского совета на заседании рабочей группы по вопросам транспорта. Напомню, до сегодняшнего дня муниципальный общественный транспорт выживал только за счет компенсации, которую бюджет доплачивал за каждого пассажира. Билет стоит 22 рубля, еще 5,5 добавлялось из казны. На эти деньги в ПТП платили зарплату сотрудникам, ремонтировали автобусы, покупали топливо. В бюджете на 2017 год для этого заложено чуть больше 250 миллионов рублей. И рабочая группа большинством голосов рекомендовала Комитету Горсовета по ЖКХ и транспорту полностью отменить компенсации. При этом накануне мэр Омска заявил, что цены на проезд не повысятся как минимум до июня. Директор департамента транспорта отметил, что предприятия до этого могут и не дожить. Учитывая сегодняшнее экономическое состояние предприятий, это для предприятий будет означать банкротство, ну, не, я так думаю, летом в лучшем случае, а может быть и раньше. Чем хуже становится муниципальным предприятием, чем меньше они пассажиров перевозят, тем больше у них экономически обоснованные затраты на одну поездку. Соответственно, они идут в РЭК и защищают эти цифры. Скажем, сейчас это 27 рублей, они хотят на следующий год ее там, за 30 рублей эту сумму.